Там видишь, что там, если кратко, блядь, с детства у меня. У меня с детства я на учете состоял психиатра. У меня неврозоподобное заикание. И психиатр маме тогда сказал грамотную вещь. Меня, ну, не помню, детская, мы куда-то притащили меня. Я как сейчас помню. Понимаете, что мальчика потом станет вопрос остро с армией. И не надо сейчас его снимать с учета. Он, сука, гений был, бля, он гений. Ну и все, короче, и у меня с тех пор началось килограмм адреналина в кровь. Я-то не придал этому значению. Ну и срывы были у меня, капитальные срывы. Первый срыв был, я не знаю, в каком году, я в толстой маме тогда работал. У меня прям здесь, дома на лестнице, я пошел там хуярить чуваков, ёпта. То есть у меня, представляешь, какие толстая мама, это, я не помню, какой был год. У меня срывы начались. Это уже, то есть у меня уже тогда был психиатрический диагноз, 100%. Я-то откуда знал? Я ебу, что-то со мной происходит, ёб. Я, короче, накинулся тут на двоих, нахуй. Третьего он, блядь, с 19-й, нахуй. Чё, батю-то моего убили? Батю-то моего убили из-за меня, возможно? Ты ж не знаешь нихуя. Ну. А потом хуяк и батю моего. Это 2000, когда меня батю убили? 2005 год или когда? Ну, 2005, ёпта. У меня кукушка поехала, чердак поехал, нахуй. Срыв у меня первый был в 2005, блядь, Дима. Сейчас какой год-то? Потом, блядь, следующий эпизод. Рыжулька, короче, нахуй. И двое суток ареста, нахуй. Все, нахуй. У меня депрессуха началась капитальная. Первый момент был. Разделенная любовь, вся хуйня. У меня чердак вообще уехал, нахуй. Потом вот. Ну, я уже, короче, 2005 года у меня уже был диагноз по психиатрии, ёпта. 2017 год, блядь. Усиление, нахуй. С 2005 года, Дима, я психически больной, с 2005 100% уже диагноз у меня был, ёпту. Там потом дальше хуже, 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 хуже. Срыв первый был в 2005 у меня, ёпту. В 17 году усиление, это была рыжулька и вот эта неразделенная любовь из-за рыжульки. И вот то, что двое суток арест, от меня все отвернулись дома. Я откуда знал, что со мной происходит? Я ебу, нахуй, депрессуха началась. Жесткая, блядь. Из дома, блядь, вообще не выйти нихуя, блядь. 2 апреля 2019 года. Усиление еще. Мне кувалда ебал. Дыщ, блядь, вот так. Тогда я потерял за один день все, нахуй. Кредитную историю, любимую девушку, Аня, жена которой. Все. Аня, жена, все, блядь. 4 года мы не виделись. Сейчас будет юбилей 4 года. По пизде пошла. Она стала шлюхой, стала ебаться со всеми подряд. Она дует плюшки или, ну, потребляет, короче, всякую хуйню. Ну, и она меркантильная шлюха стала. То есть деньги, 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 деньги. Ну, у нее все. Она была другим человеком тогда, в 19 году. И тогда, как сейчас помню, 2 апреля 19 года. У Серафимское кладбище иду. Аня, жена мне звонит. Звонит мне что-то, блядь, сейчас. Бери деньги, типа, снимай отель. Потому что дома там клопы были от Демидова занесли. Не потому что она меркантильная шлюха была. Нет, она такой тогда не была. Бери деньги, типа, снимай отель, и это такая, будем сексом заниматься. Вот как сейчас помню слова. 2 апреля 2019 года. Это я шел в Гулливер, типа, блядь. А потом что, я пришел домой, покушал, что туда-сюда. Хуяк, мусора влетают, мама моя. Мусора, короче, блядь. И меня, нахуй, что? Все, по 0,3 увозят, ёпта. Понимаешь, по 0,3 меня увезли. Все. Вот так, все. 23 дня там она отмотала, давай дальше.